1929 года. Выступает у нас под номером 6. Города Бюрджай. А еще одна проезжала, видим, такая же, вот эта маленькая, она была большая. Обладателем собственного автомобильного музея. Но, безусловно, Oldsmobile 1929 года является настоящей изюминкой его коллекции. Как думаешь, какая машина будет? Автомобиль оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом чуть больше 3 литра, развивающий скорость мощность 62 лошадиных силы. Кстати, именно эта модель, которая носит название F30, была одной из самых удачных и продаваемых моделей, и единственной моделью, которая выпускалась 1929-1930 года. Стандартный 5-местный седан. Поприветствуем участников из ДТУ. Талиус Юркевич вчера на проходивших состязаниях получил приз номинации «Стиль». Вы посмотрите на этот автомобиль. Но кто засомневается? Конечно, это настоящий стиль. Настоящий американский стиль конца 20-х годов. Металлические спецованные колеса. Брезентовая вставка в крыше. Огромного диаметра фары. Он понимает, что и ставит этот автомобиль. И обратите внимание на мелодичный и очень непривычный звук клаксона.